Да-да-да. Сосредоточься все. Ну наши не так спали лучше. Мы сначала густую спалили. Или ты к нему лучше встань тогда? Да, вот один человек сюда ко мне будет видно. Залазь. Вот сейчас иди. Справа, вот сюда вправо смотри. Это уже близко. Наверное, начали картину подавать. Вози вот, видишь, там же техника вся на высоте. Ну что дальше? Ну, получается вот. Патрик, ложи. Сейчас снимем просто танки, где стоят, которые на поле. Там и наших парочку есть, честно говоря. Но у нас ребята 300-е, убитых там не было, успели вытащить. Самое интересное, что, можно сказать, на передовой трое наших танкистов пытались отремонтировать танк прямо на вражеских окопах. То есть они ремонтировали танк, а вокруг них были враги. Они не бросили технику и не убежали. Они пытались ее спасти, чтобы продолжать бой. Это могут только русские. Давай тебя побольше. Русские картировщики сидят, понял? Мы их шугаем. Вот насчет пор не знаю, еще нет. А вот так, короче, пошугайте, чтобы они не могли квартировать по нам. Можно. Голова не пугает. Давай. Сейчас ТГС начнет работать. Я сразу провел, вот лишь сюда батарея, лишь палец. Ну там наша точка еще одна, понял? Да. Ну, там, короче, духом, ебаный, глаза вам стоят. И что дальше получается? Здесь корректировщики подходят очень близко к нам и начинают по нам стрелять. Вот только что по нам стреляли, достаточно близко клали. Поэтому мы просто видели движение в кустах. И решили просто их попугать. Я думаю, что мы вряд ли в них попали. Но все равно, я думаю, спугнуть мы точно спугнули. Я думаю, этого, вот то, что мы делаем, этого достаточно, чтобы их испугать. Я сама свой починил. Вверх там, где хорошо видно все. Ты здесь, да. Ну я на левый план. Один зушка. А где это? Вы видел там? Выше.